Добрый день, друзья! Сегодня у нас 11 января 2023 года. Город Воронеж. Морозный солнечный день. Довольно холодный ветерок дует. Солнышко светит ярко. И вот такая панорама открывается с водохранилища. Что-то сегодня рыбаков не видно. Но холодно. Все-таки были рыбаки. Да, на просторе ветер довольно сильный и очень холодный. Надо убегать отсюда. Вот здесь и ветерок затих. Поворачиваем на Большую Стрелецкую. Художественное училище. Пересекаем улицу Софьи Перовской. Еще яблоки висят.
каких строений только нет. И старое, и новое. И сосенки на крыше. Вот и сюда цивилизация добралась. Домик весь уже по швам трескается. Много еще старых домов сохранилось. Улица Крупской. Часть жилая, часть нежилая. Вот такая на улице Стрелец.
переулок Рабкоповский, и дом продается. Переулок старинный. Вот улица Большая Стрелецкая закончилась, и она перетекает в улицу Кусыгина. Пройдем уже, раз попали сюда, кусочек этой улицы. Еще один старичок. Ну и все, здесь тупичок. Ну вот здесь, на улице Куцыгина, мы нашу сегодняшнюю прогулку завершаем. Прошлись мы по Большой Стрелецкой. И в самом начале побывали улицы Куцыгина. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте оценки. До скорых встреч!